Я помню свой первый день на службе в полиции. В то время департамент полиции Салема располагался в крошечном здании на краю города. Это был старый дом, набитый людьми и совершенно не приспособленный к повседневной работе. Охранять город становилось все сложнее. И, наконец, власти решили превратить старинный арсенал в нашу новую штаб-квартиру. Когда мы переехали, я сильно удивился, каким большим и современным казалось одно из самых древних зданий Салема, которое, однако, весьма неплохо сохранилось. Кроме того, оно подходило нам по духу. Когда-то здесь проходила первая линия обороны города в эпоху фронтира, а сейчас старый арсенал снова взял на себя эту роль. Уже в наше время. Первая неделя после переезда выдалась довольно суматошной. Один полицейский заявил, что кто-то взял пистолет из его шкафчика. Он 20 минут его искал и в конце концов нашел у стены в одном из еще не занятых кабинетов. Кроме того, ночной дежурный доложил о странном дефекте телефона. Бывало так, что если кто-то сообщал о стрельбе, автоматическая система прекращала записывать разговор и тут же начинала воспроизводить слова напуганного абонента снова и снова, до тех пор, пока телефон не отключали. Вскоре стало ясно, что дело не в чьих-то ошибках или неисправной телефонной линии. Однажды вечером по коридору пробежала плачущая врач-патологоанатом. Дело в том, что у нее пропали скальпели и другие инструменты. Она пошла к шкафчику за запасными, однако остановилась в ужасе, увидев отражение в зеркале. У одного из трупов стоял призрак, солдат в форме эпохи гражданской войны. Когда она обернулась, он уже исчез. Она бросилась прочь, но заметила, что в помещении вдруг стало холодно, как в сырой могиле. Конечно, парни в участке ей не поверили. Черт побери, да и я тоже. Пока не увидел все своими глазами. Как-то раз я заработался допоздна и пошел налить себе кофе. Повернув за угол, я увидел отражение призрака в стеклянном стеллаже с кубками. Он смотрел прямо на меня. Потом поднял свою призрачную винтовку и нажал на спусковой крючок. На стекле появилась паутинка трещин, и я бросился бежать. Капитан мне не поверил и вычел стоимость стекла из моего жалования. Но мне было плевать, считают меня психом или нет. Я знал, что я это видел. Иногда меня спрашивают, гуляет ли еще призрак по коридорам. Всем и всегда я отвечаю одно и то же. Я не в курсе. Я тогда перевелся в Бостон. Я помню, как увидел в газете объявление об аренде квартир в Ригал. Многие подумают, что это грязная запущенная дыра. Но для меня это было место с богатой историей и своей аурой. Для меня это был настоящий источник вдохновения. Не успел я опомниться, как уже стал жильцом квартиры 3А. Оглядываясь назад, я жалею, что сразу не сбежал оттуда, даже не распаковывая чемоданы. Оказалось, что у моей новой квартиры аура сильнее, чем я предполагал. Ковры почему-то были сырыми, трубы ржавыми. А иногда было слышно, как сосед снизу колотит по стенам и орет что-то во все горло. Конечно, там были и другие незначительные неудобства, но с ними вполне можно было примириться. А вот с душем, из которого течет ржавая вода, с загадочными пятнами на ковре и несносным соседом, жить было невыносимо. Я вызвал водопроводчика. Он прибыл именно тогда, когда я уже собирался познакомиться с соседями снизу. Когда я показал мокрые пятна на ковре, водопроводчик почесал в затылке и сказал, что никаких утечек нет, видимо, я что-то пролил и не заметил. Он что думал, что я идиот? Я ничего не проливал. Водопроводчик извинился и сказал, что если протечек нет, он ничего не может сделать. Потом он занялся душем. Оттуда по-прежнему текла ржавая вода. Он предположил, что проблема в бойлере, и пошел его проверить.
Я в это время решил разобраться с соседом снизу. Я постучал в дверь, но никто не ответил. Там стояла полная тишина. Я попробовал открыть дверь в уверенности, что там заперто. И вдруг дверь распахнулась. Квартира была абсолютно пуста. И тут я заметил, что на полу появляются влажные следы и идут прямо на меня. И тут раздался пронзительный крик водопроводчика из бойлерной. Когда я спустился, того уже и след простыл. Но он обнаружил, почему вода такого странного цвета. В старый бойлер кто-то затолкал раздутый разлагающийся труп. Полиция все еще расследует это убийство. А домовладелец обещал отремонтировать бойлерную. Квартира 3А снова сдается. А я навряд ли уже когда-нибудь безбоязненно открою кран в ванной. Это не самое странное из того, что я сегодня видел. Нужно помнить, что этот убийца такой же человек, как и все мы. Информация о пропавших жильцах.
Делай, что должен. Я справлюсь. Призрак, он же вон там. Неужели они этого не видят? Ведь татуировка с пауком – обычный символ отсидки. Почему тут в паутине два паука? Он ошибся с тату. Это просто татуировка. Вот и все, что здесь. Занимайся своей. Да, сэр. Фу. Вся рука похожа на признание, По этим тату можно кое-что выяснить. Почему старик такой злой? Никто меня не уважает. В мединституте учат далеко не всему. Сосредоточься на этих уликах.